25 января в России считается днем студента. В Усть-Илимске эту дату решили не просто отпраздновать, а поощрить лучших учащихся. Подробнее в нашем сюжете. Студенческие годы – это та пора, о которой многие из нас вспоминают с замиранием сердца. Это время наполнено яркими событиями и впечатлениями. Поэтому День студента – важный праздник для всех учащихся. Действительно, студенчество – самая прекрасная пора в жизни человека, когда можно творить и вытворять. Поэтому, наши дорогие усть-илимские студенты, я желаю вам творческого вдохновения, настроения не только на учебу, но и на другие великие поступки. Будьте умны, грамотны, активны и, конечно же, позитивны. С праздником! А великие поступки местные студенты совершают с завидной частотой. Являются участниками волонтерских движений, городских спартакиад, различных конкурсов, за что и были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Поздравил ребят и заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Артем Миронов. Дорогие ребята, я поздравляю вас с Днем российского студенчества. Студенчество, как говорили наши великие люди, студенчество – счастливая пора, пора познаний, кладезь вдохновения. И, как говорится, желаю вам, друзья, добра и вечного на много лет цветения. Но это такая преамбула. И, как я сегодня говорил, что студенчество – это действительно такая пора, когда можно делать и совершать ошибки. Совершайте их, только немного. И обязательно набирайтесь опыта у своих старших коллег. Количество награжденных ребят говорит о том, что усть-илимские студенты стремятся не только к знаниям и получению профессии, но и к личностному росту, спортивным и социальным успехам. Анастасия Елисеева, Константин Хритин, Новости ИРТ.